вот они уже начинают иногда петь, вот с ними, Сашка. Вот это не так близко. Может быть, класс. Вот сейчас они уже начинают, тройнички берут, уже кулички. Вот тройничок, синичка. Вот я такую елку им делаю. Вот такие занятия. И так 20-25 минут проводим. Птичка слушает, повторяет, которые получаются способные, которые плохие, как и в школе ученики.